Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, Тата Абрамсон и Ирина Михайловна Донцова повздорили, после чего ночью женщине стало плохо с сердцем. Утром Тата с насмешкой сказала, что это все игра, и ей Донцову ничуть не жаль. Майя вступилась за мать, и они с Татой поругались. Закончилась ссора тем, что Абрамсон плюнула Донцову в лицо. Марина Африкантова хочет сделать пластическую операцию. Ее интересует бесшовное эндоскопическое увеличение груди. Якобы это безболезненно и безопасно. А на острове любви была вечеринка. На ней Юля Теплова целовалась с Олегом Бурхановым. А Бурханов является парнем Алисы Огородовой. Было две драки. Алиса находится в шоке от поступка Юли. Лиза Кордобовская постоянно плачет. Она пишет в своем блоге. «Тяжело понимать, что Артур уехал. Я скучаю, плачу опять все утро. Если мне дадут уехать, я уеду первым же рейсом. Я потеряла всякий интерес к проекту». Другая сейшельская участница Александра Дурицына 5 дней провела в госпитале. 5 дней из жизни острова прошли мимо меня, пишет девушка. Сегодня вернулась здоровенькая и веселая. А на поляну пришла бывшая девушка Ильи Ебарова Александра. Катя Кауфман и Ебаров поругались с ней, после чего оказались в изоляторе. Глеб Жемчугов готовится к очередной операции, он пишет в своем блоге. От меня ушла жена, но я не унываю. Меня ждет следующая операция – моделирование живота. Скоро вы увидите мой пресс. В сети ходят слухи про роман Таты Абрамсон с сотрудником проекта. Некий редактор Алексей приударил за Татой. Мужчина воспользовался ее непростой ситуацией в отношениях с Блюменкранцем и утешил девушку. Когда организаторы узнали об этом, они уволили Алексея. Тата же отделалась внушением. Блюменкранц тоже простил девушку и даже затем сделал ей предложение. Диму Дмитренко подняли на смех в соцсетях. Он устроил аукцион по продаже своей куртки. Стартовая цена, пишет Дима, 20 тысяч рублей. Кто больше предложит, тому и отдам. Татьяна Владимировна Африкантова вместе со своим мужем решили похудеть к Новому году. Они приглашают своих подписчиков присоединиться к движению «Жиру бой». Александр хочет сбросить вес со 120 до 105 кг, а Африкантова с 67 до 60. Элла Трегубенко и Оля Жемчугова снялись вместе в фотосессии в вечерних платьях. «Состав новой Виагры», написала Элла. Вика Берникова поделилась подробностями о своем маленьком сыне Льве. Напомним, Виктория родила сына 24 октября. Вика от него без ума. Она отмечает, что стала более женственной, кроткой и снисходительной. Малыш уже проявляет характер, он очень сдержанный, плачет редко. Он уже пытается держать головку, уже начинает изучать себя и родителей. Когда в комнате работает телевизор, то Лев реагирует на Дом-2, бросает все свои дела, поворачивается и смотрит. Андрей Чуев решил в очередной раз заняться свадьбой. Правда, он пока еще не знает, когда будет торжество, но уже пообещал подарить Марине Африкантовой кольцо с огромным бриллиантом. Чуев, видимо, рассчитывает получить его бесплатно. Недавно Андрей рассказал, что ему удалось за счет фанатов организовать празднование дня рождения Марины и проживание в Дубае. В случае со свадьбой он также рассчитывает на чужие деньги. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.